Здорово всем, ребят, с вами Хилхёрдс, и мы продолжаем Секиро. Так, мужчина. А, ты тоже заболел. Не спеши верно следовать за мелодией. Так, я хотел бы вот с этим ниндзя сразиться. Потому что обнаглели они, знаете ли. Может, получится в стелсе? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Только не пали меня, дядя, я супер скрытно подхожу. Нет, не вариант. Ладно, будем драться по-мужски, как мы любим. Но в скобках нет. Не, по-моему, он все еще слишком силен для меня. Потому что что-то он... Адский сатана, ну гляньте, гляньте. Хотя урон наносится нормально, но очень мало места. А что если убежать? А, я не убегу, там у меня стена тумана, ясно. Ну тогда сейчас пробуем подраться, а если нет, то нет. Даже такие суперские атаки блокируют, ну просто посмотрите на это. Я не готов настолько эффективно с ним танцевать. Не, убивают меня, короче, ясно. Without any choices, как говорится. Я, конечно, жесткий, попробую еще подраться, но шансов очень мало. Проще, по-моему, Геникира убить, чем вот этого мужчину. Иди сюда, сынок. Нормально, нормально. Я эту атаку уже просто выучил немножко. Которая безумная такая. Так, три хилки. Ясно, шансов очень мало. Ай, больно, дядя, не бей. Как он успел задефать это? Хотя, надо пытаться контратаку на бэшку проводить. У меня все-таки это умение есть, и оно вот это вот очень эффективное. Но только я по лицу всегда получаю. Никак не привыкну к его мувсетам. Прям очень сложно. Слушайте, а не какой-то ли скверный он сейчас сочился, как будто? Ай. Ясно. Да давайте, ну его нафиг. Сейчас давайте тогда попробую еще немножко госпожу бабочку поубивать. А если нет, то мы отправимся, возможно, в подземелье, а возможно, я еще что-нибудь придумаю. Пока не уверен. Ребята, я прямо при вас, ну не знаю, наверное, попытки с третьей убил эту дамочку наконец. Как же я страдал, вы не поверите. Воспоминания госпожи Бабочка. Память о битве с редким противником, оставшейся в сердце волка, медитируя у идола резчика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Призрачная госпожа Бабочка была опытным мастером морока. Капелька сакуры, розовая капля, остающаяся у тех, кто не смог связать себя клятвой бессмертия, дарует одну дополнительную единицу воскрешения. Повторно принести клятву бессмертия и получить награду дополнительную способность воскрешения почти наверняка в присутствии божественного дитя. Вы... Окей, сейчас смотрим. Вагатчи-то, 共に生きてくれ.
Я хотел сказать, вы не представляете, какой это моральный подъем. Вот. И теперь нам немножечко больше открылось насчет сюжета. То есть, получается, мальчонка нас спас. Это же офигеть, насколько круто. Так, мужчина. Кажется, пробудились твои старые воспоминания. Да. Я видел божественного наследника. Ясно. Больше я ничего не скажу, и ты помалкивай. Все, что ты видел, оно только для тебя. Спросить, что показал ему Будда. Резчик. А что Будда показал тебе? Я что, непонятно сказал? Скажи мне. Огонь. Огонь? Только его я вижу, чтобы не давал в подношение. Огонь, он распространяется повсюду, насколько хватает глаз и поглощает Азина. Это я все сказал. Можно поговорить? Как бы я ни старался, да-да-да, хорошо, понятно. Ничего не надо пока. Так, окей. Давайте сейчас с NPC со всеми поговорим. Можно еще? А, то есть я опять что-то могу сделать? Либо я опять, наверное, в этот храм попаду. Ну, скорее всего, в храм попаду. Да, окей. Тогда текаем отсюда. Переместиться. Нам, пожалуйста, важные места. Разрушенный храм. Я бы хотел с Эммой переговорить немножко. И надо силу атаки тоже качнуть. Получается, чем больше боссов мы убьем, тем сильнее станут наши атаки. В принципе, довольно логично. Уважаемая Эмма, что вы мне можете предложить? Поговорить? Так, ничего нового. Окей, понятно, хорошо. До свидания, уважаемая. Так, тогда давайте прокачаемся немножечко. У меня эмблемы духа закончились, понятно. Так, мне можно усилить атаку. Воспомнить битву с бабочкой. Давайте. Видение бабочка. Память о битве с редким противником были одним из лучших... Что? Призрачная госпожа бабочка была одним из учителей волка, назначенных его приемным отцом, чтобы обучать того приемом синоби. Учителя не щадили его. Искусство синоби можно научиться лишь в настоящем бою. Сила атаки увеличена. Так, а значит ли это, что у меня новые боевые искусства появились? Атака с крюком. А, знаете, что хочу еще глянуть? Что вот эта штука дает? Сейчас я проверю, где это. Бабочка не то, не то, не то. Нам же еще что-то дали. Какое-то искусство новое, по-моему. Давайте чекнем. 5 сек. Изучение навыков. Нет, нового не появилось. Очень странно. Ну ладно. Тогда сейчас я подумаю, куда мы отправимся, и мы продолжим. Если моя теория верна, то я сейчас смогу совершенно спокойно и без проблем убить этого дядю. Я уже с ним, не знаю, раз, наверное, 8 бился. Я вот чувствую, что почти убиваю его, но мне прямо, знаете, писечки не хватает. В общем, я ему сделал одно смертельное ранение, потом убежал вон туда, попрятался, чтобы он вернулся на свое место. Ага, и он теперь с фулл хп, ясно, это так не работает, обидно. Ну давайте сейчас попробуем с ним в честном кумите сразиться. Нам, конечно, будет очень мешать теперь, но мы что-нибудь придумаем. Дядя, ты не представляешь, против какого ты Ямакаси пошел. Может попробовать на бэшку уворачиваться? Да, смотрите, слушайте, это эффективно. Мне кажется, даже, наверное, намного эффективнее, чем любые другие возможности. Почему я только добить его не могу? Слушайте, у меня есть идея, как его победить. Только вот этот дядя нам тут все помешал. А ничего там восьмером не хотите, ребят? Вот не могу добить, не поверите. Вроде уворачиваюсь, но нифига, чего-то не хватает. Как же он мансит, только посмотрите. Вау, дядя, успокойся, пожалуйста. Наверное, нужно прокачаться, чтобы его убивать. Сейчас я даже вернусь, у меня, по-моему, 2 скилла есть, и я это попробую сделать. Не уверен, что получится, но, собственно, почему бы и нет. Просто гляньте, насколько изёво. Ну, типа, реально без проблем. Хилочки, настало ваше время. Давай. Хочешь силовую сделать? Родной, не мог бы ты не мешать, пока дяди разговаривают? Ясно, дяди не могут договориться. Давайте попробуем. О, тут ништяк все это время лежал. Давайте попробуем прокачаться. И, может быть... Если эта штука мне сейчас станет доступна. Кстати, я еще походил по торговцам. Нужно будет немножко прокачаться, денежек пофармить. Я уже по много раз поумирал в игре. И, наверное, скоро мне придется использовать... Так, а какой у меня левел? Скоро мне придется использовать семечко. Да, 2 скилла. Так, давайте, изучение навыков. А, вот эта вот штука. Нет, после парирования где-то.
Бег и скольжение. Скрыть звуки. Опорный прыжок. Нет, где-то было. Дает пассивный навык глаза синоби. Вот это мне нужно. Три нужно, получается. Надо сначала теперь это использовать. Придется использовать, выучить вот эту штуку. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть я бегу. Ой, я теперь могу это. Подкаты делать. Прикольно. Так не знаю, зачем это нужно. Тупо в Apex переиграем, парни. Ну, подкачаться мне не хватит уровня. Еще раз к этому мужчине идти у меня нет желания, он меня побеждает. Эх, ладно, наверное, пойду качаться. Я тут подумал и решил, а почему бы не совместить прокачку с прохождением немножко дальше? И у меня еще один вопрос остался. Как мне найти тот меч, который мы уже видели? А, сказали, что он где-то в глубине замка, но это вопрос, нужно идти в подземелье или как? Давайте подавление скверны используем, вылечим всех ребят. Потому что что-то мне боязно. Вот, хорошо, все выздоровели. И теперь пойдем вниз вот сюда все исследовать. В тот раз, по-моему, мы отсюда начали. Давайте по-тихому, по-тихому. Так, тут у нас мортирщик. Очень опасный. Там мы дрались, тут мы были. Хорошо, это радует. Угу, а там идолы. А вот там были мы или нет уже? Это вопрос. Ладно, я думаю, разберемся. Пока что погнали этих убивать. Так, можно подслушать? Он им явно направлялся сюда. Дружище, тебе кажется. А как мне вот к этому дяде попасть? Не, никого тут нет, родной. И я просто это, нападу внезапно. То есть, серьезно, он даже не заметил меня? Мортирщик, ну-ка прекрати делать всякую грязь. Йо, как он бахает с этой мортира? Уважаемый секира, не мог бы ты встать? Так, ладно, придется полечиться. Тут еще у нас противники, ну-ка давай. Минус еще один дядя. А там еще кто-то есть, серьезно? Так, я думаю, дальше нет смысла идти до тех пор, пока мы не убьем мортирщика. Потому что мортирщик не даст нам спокойно поиграть. Ладно, все. Идем его уничтожать. Ты где, красивый мой? И это твои последние деньки, дядя. Я дефал, дядя, алло. Только не стреляй. Ну что за дурачина? Ладно, давайте зарежем его, потому что нельзя его тут так оставлять. Да что он такой опасный, алло? Ты будешь лечиться сегодня? Глупый волк. Я не могу к нему залезть, вы можете себе это поверить? А как урон прошел, если я за стенкой был? А можно пожить? Так, сейчас попробуем со стер... Да... Ну что же это за ультимативное оружие? Какой-то он имбалансный, ну согласитесь. Был. Говнюк, как же ты меня выбесил, а? Ладно, двигаем дальше пока что. А, там еще один. И он сейчас меня запалит, если я не сделаю ничего. Так, мастер стелса здесь. Мастер стелса не удался. Ладно, придется мансить максимально быстро. Пойдемте сразу к нему, напрямки. Не могу попасть, не могу попасть. Оу, черт, это проблемы. Здесь у нас очень много ребят. Вот, могу попасть, окей. Могу и попадаю, собственно. Блокировать, блокировать, секиры, блокируй. Красавчик, просто мужчина, чемпион. Лежать, нормально, пока все получилось как надо. Там еще что ли мортирщик где-то? Не, это просто. Ты че со своей пуколкой, родной? Вот дядя опасный был, да, это было страшно. А ты вообще даже угрозы не представляешь. Хотя кто-то еще есть. Пока что не пойму кто, но кто-то есть. Вот здесь, нет, вот там. О, ты мой хороший, спрятался. От волка не уйдешь. Придет серенький волчок и укусит за бочину тебя. Ну и, по-моему, здесь тоже ничего больше нет. Но я человек непростой, я сначала все залутаю максимально тщательно. Глиняные осколки, может, пороха хотите дать, ребят, леденцы? Я сосать не хочу.
Ну, такое, такое. Могли бы получше дать. Ага. Ништяк в гнезде. Ну-ка, паркур в мире. Как это? Давай, все нормально. Там еще что-то внизу было. Вы кто? Говорил же эти болванам, отстаньте. Но нет, они все присылают новых. Как же надоели. Что, ты не из этих, из полуночников? Нет. Разумеется, по тебе видно, что нет. Но сдается мне, что занимаешься ты тем же. Меня зовут Барсук Черная Шляпа, а тебя? Я смотрю, ты парень общительный. Сперва эти ослы, теперь вот синоби с кислой рожей. Снаружи вообще черт знает, что творится. Прямо не день, а загляденье. Ты из бродячих синоби? Можно и так сказать. Кстати, я тут изрядно поиздержался. Товар есть, а продавать некому. Жду вот, пока придет кто-нибудь вроде тебя. Я так скажу. Этот железный веер прямо как для тебя сделан. Самый прочный металл. Закроешься им, пули и стрелы будут отлетать. Кто знает, может даже пушечные ядра выдержит. О-о-о. Так, мужчина. А что такое леденцы? Последние укусы на войне. Иногда необходимо лишить себя жизни. Гордые самураи в таких случаях убивают себя своим же мечом, однако синоби требуется более быстродействующее средство. А зачем это может пригодиться? Непонятно. Странно. Так, железная крепость. Железный веер изготовлен где-то далеко на западе. Можно установить в протез. А это что такое? Подробное описание техники противовоздушного удара. Теперь вам открыто со... Который не желает в бою все время стоять ногами на земле, вставай навстречу. Слушайте, прикольно. 1600, да? У меня есть столько денежек? Ну, я куплю, наверное, что нет. Большой кошелек. Давайте заюзаем. 1000, наверное, будет, да? И теперь инвентарь. А мне не хватит денег. Обидно, очень обидно. Ладно, надеюсь, я не сдохну. Единственное, на что я надеюсь в этой игре. Ну, сюда явно не вариант. Хотя там что-то горит, но сомневаюсь, что это тот путь, который нужен нашему синоби. Можно еще чуть-чуть ниже уйти. Здесь мы были, здесь мы тоже были. И у нас снова разрушенные мосты. А здесь у нас черный порох. Хорошо, для улучшения пригодится. Здесь больше некуда идти. Ну, паркурить я, наверное, тоже так далеко не смогу. Не, ну здесь однозначно... Хотя нет, смотрите, что-то снизу есть. Ну нет, по-моему, это просто опора. Варианты. О, а вот то место я видел, кстати. Так это же самое начало игры. Лол, я теперь понял все, где что есть, как. Угу, там мы тоже были, там у нас большой этот безголовый живет, вот в той дырке. А туда мы прыгали там. Слушайте, тогда все начинает складываться в цельную картину мира все-таки у меня, по крайней мере. Знаете, я, наверное, сейчас вернусь на Идол. Посижу там, и со второго захода, мне кажется, мне должно будет хватить 1600, чтобы вот купить этот железный купол в итоге. Так мы, наверное, и поступим сейчас. Отдохнем. Немножко пойдем подфармим. Теперь я знаю, как того мерзкого мортирщика победить. Сейчас я с ним быстро разберусь, я надеюсь. Просто так берем, прыгаем, жестко-жестко, прыжочек. Ой, просто посмотрите, насколько стильно это вышло. И еще вот этого сейчас быстро тоже зарежем. Сынок, что на там? Иди сюда. Вы видали, как увернулся? Господи, этот синоби. Остановите его кто-нибудь, пожалуйста, он слишком жесткий. Просто ниндзя. Смерть в ночи. И в дне. Дядь, я тебя вообще не боюсь, веришь, нет? Так что-то я тебя запрыгнуть не могу. С какой стороны? Вот отсюда. Так. Ты вроде залагал, я залагал, давай будем лагать вместе. Сейчас мы ему стаминку собьем. И если не сдохнем, то победим. Очень сильно камера мешает, очень сильно. Так, сейчас я походу сдохну. Настал тот момент, когда синоби делает проигрыш. Но нет, синоби красавчик. А, там бабулька в этот долбит и мешает нам. Мансим, Мансим. Бабка, ты где, здесь что ли сидишь? Какая нехорошая женщина, а? Всю контору спалила. И мне не хватит денег. Вот это, конечно, неприятно. Так, а меня сейчас убить могут. О, я еще согрел людей. Почему бы и нет? Минус этот. Тогда в подземелье давайте отправимся. Просто ради интереса, чтобы посмотреть, куда мы сможем прийти. Не знаю, в этой серии будем с боссом драться или нет, но в какой-нибудь серии по-любому подеремся. Ну и все, до свидания.
Погнали в подземелье. Там тоже есть крутой торговец, у которого много крутых вещичек. А как только наберем нужное количество монет, 1600, мы сюда вернемся. Вот, по-моему, план замечательный. Надежный, как швейцарские часы, если я правильно понял. Так, замок Азина, вход заброшенное подземелье, погнали. А потом когда-нибудь мы еще сразимся с великим этим знаменитым змеем. Думаю, у нас все получится. Так, замок Азина. Вот здесь торговец, я его, кстати, вылечил. Погнали посмотрим, что это за подземелье и с чем его едят. Очень таинственно, очень темно. Привет, YouTube. Так, ребята. Тут какой-то... Ну, знаете, они очень толстенькие, но, в принципе... Если не по уровню, я просто вернусь отсюда. Сколько денег за них дают? Неизвестно. Они, по-моему, больные все. Ну, то есть, видите, чем-то заражены. Пойдемте. Я вижу ништяк, я пойду к ништяку. Блин, жестко. А кто это? А как я тебя не заметил, родной? Как же все неловко. Мне кажется, если он меня схватит, он может какое-нибудь заражение накинуть. Чем он... Алло, можно прекратить? Алло, дядя. Остановитесь. Так, давайте. Все, понял. С ним нужно быть поосторожнее. Так, тут у нас еще ништячок. Что-что-что, успокаивающее средство. То есть здесь на нас будут испуг накидывать очень сильно. Но если успеют. Либо, может, какой-то очень страшный противник будет, который будет все это делать. Так, ну я хотел ништяк забрать. Этот тоже на нас забайтит? Сможем эту штуку убить? Нет, нельзя. А это, по-моему, женщина. Такая полуразложившаяся. Так, записка пленника. Записка найдена рядом с трупом в заброшенном подземелье. Допустим, что ароматный камень хранится под землями Азина, но что имеется в виду подброситься? Этого в фолианте не разъяснялось. Удалось ли им достичь дворца первоисточника? Хотел бы я это знать, но похоже, моему желанию не дано осуществиться. Катара, прости меня. Так, ай! Ай, вы что? Вы чё? Алло? Не, нафиг. Текаем с тела, парни. Вы за мной еще идете? Алло? Вам этого не следует делать. А, вы пройти не можете? Разработчики не позаботились, чтобы вы могли следовать за неуловимым Секиро. Так, а куда мы можем прийти? По-моему, просто можем поверху погулять. Ну и здесь у нас внизу какая-то штука живет. Вот вопрос, это хороший человек или нет? Давайте проверим. Да, с ним можно поговорить. Что, что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал? А, ты должно быть Синоби. Да, именно. Я так и думал. Не желаешь ли оказать мне услугу? Я... Дадзюн, мне поручили подготовить лекарство из вод молодости. Перейду сразу к делу, уважаемый Синоби. Это письмо я получил от господина, в нем все подробно расписано. Окровавленное письмо лекаря, потертое и запачканное кровью письмо, написанное Досаку, лекарем из заброшенного подземелья. Требуется один крепкий человек, предпочтительно опытный самурай или дюжий воин, вроде солдат из отряда Таро. Его нужно доставить в целости, Досаку. Так... Мой дорогой Синоби, все подробности в документе, который я тебе дал. Учитывая природу этой информации, ты, думаю, согласишься, что чем меньше мы будем знать друг о друге, тем лучше. Ну ладно. Как-то все жутко выглядит, ребята. Только не кусай, только не делай кусь. Нет. Задоджили, отлично. Минус этот, красивый мой. Сейчас я силовой атакой тебя подловлю. Нормально, получается все пока что. Еще один, да сколько вас? Не вставай. Так, красный сгусток, красные глаза. Устойчивость к прерыванию атак, но... О-о-о. Вот это то, что мне нужно. Тупо свиток берсеркера. О, сынок, ты откуда? Последний укус, тайный синий яд Синоби. Это я знаю. Ага, спасибо. Только что видел, где его купить, и теперь нам его дали. Можно как-то нажимать, чтобы быстрее от этого избавиться? Маленький негодяй, ну-ка уходи. Похиляюсь на всякий случай. Слушайте, а их тут много. Еще и жуки, павуки. Кого только нет в этом месте. Ага, как же он носит, вы видели, видели? Так, здесь у нас куча ништяков снизу, но, скорее всего, будут и враги. Тебя можно бить? Нельзя. Надеюсь, что нельзя. Так, давай, я буду издалека наблюдать, как ты идешь. Вот, а как только ты дойдешь, я тебя убью. Нормально. Думаю, можно и вниз теперь спрыгнуть. Здесь жучки, жучки. Так, жучки, уходите. Давайте их расстреляем сюрикенами, потому что мечом тяжело попадать. Вроде разобрались. Масло. Масло. И все. Ох, это масляная пещера. Еще жучки, тараканчики, минус тараканчики. О, ништяки.
Скрытые ништяки, как же я вас люблю. Последний уксус. Укус. Простите. А, нет-нет, дядя забайтился на меня, негодяй маленький. Сейчас он сделает атаку. Не успел, и теперь я его убиваю. Хорошо, все стильно. Так, сдается мне, что этот камень можно куда-то сдвинуть. Рушащаяся башня для подношений. Здесь покоятся вассалы клана Азина, казненные после большого восстания. Да обретут души их покой. Угу, ясно. Ясно. Давайте сначала верхнюю часть исследуем, локейшн этой. Извините за мой английский, у меня иногда прорывается. Блин, не ту сторону. Задний ход. Отбой операции. Нам сюда, пожалуйста, любезный. Вот, и погнали наверх. Наверняка все уже зачекаем. Здесь, кстати, могут тоже какие-нибудь тайные стены быть, я не знаю. О, черт. Упал. Ну ладно, вроде сверху ничего интересного нет. Давайте сюда сходим. Я не знаю, просто столько мест, куда идти. И все хочется посмотреть. А там что-то фиолетовенькое. Давайте. И секунду, я вернусь, потому что я увидел штуку, которую, возможно, можно прочесть. Поэтому я просто обязан вернуться. Вот здесь мне показалось, что это читабельная вещь. Нет? Нет, значит показалось, окей. Но это Ида у нас еще очередной. Ребята, так, идите сюда. Нормально, победили. Так, а что это за место такое странное и стрёмное? Давайте у Идола посидим. Сейчас сразу нажмем телепортироваться, чтобы знать, как это называется место. Так, заброшенное подземелье, подземный водный путь, окей. Можно перерубить? Нельзя. Вода. Много воды и много темноты. Это страшно. Железо. Хорошо. Можно посмотреть под воду? Нельзя. Ладно. Здесь ничего нету интересного. Давайте в ту ответвление сходим, в то. Чтобы сразу это зачекать, зачистить, так сказать. Потому что там довольно много потайных путей я видел. Один из которых был где-то здесь, и я его уже потерял, да? Думал, можно балки подрезать, но нет. Может быть, что-нибудь здесь? А как ты воскрес, родной? Либо я... Я же вроде не нажимал отдыхать, а просто типа телепортироваться. Точнее, этот... посмотреть, какое место. Что-то можно сделать? Нет. Так, кто-нибудь будет на нас нападать? Очень таинственно. Оу, май. А кто это такой? Есть информация? Я бы очень хотел знать, что это за мужчина и что он там замышляет. Давайте ему настоящий синоби. Шар воскрешения, хорошо. Если честно, я не думаю, что это... Монеток так и не дали, с этих ребят деньги не падают. Я не думаю, честно говоря, что это хорошая идея идти туда. Хотя... Мне просто денег очень жалко, поймите меня правильно. Давайте мы сюда немножко попозже вернемся. Так, успокаивающийся... А, он, наверное, будет ужас накидывать на нас, скорее всего. Так что нет. Задний ход, ну его нафиг. Простой человек сделает что, когда увидит опасного мужчину? Просто возьмет и сделает тактическое отступление. Правильно, правильно. Как говорится, хороший синоби, живой синоби. Мое мнение. А там уже как пойдет. Давайте лучше здесь поплаваем немножко. Не сильно далеко. Так, это что, рыба? Рыба-убийца. Только не кусай меня. Ну, вряд ли здесь будет жить золотой карп, сдается мне. Наверное, какой-то просто вот рыбы-пираньи. Не могу попасть. Поверите, не могу. Да, это не золотые карпы, это обычные карпы. Ну их нафиг тогда. Так, а здесь уже бандосы пошли, знаете ли. Сейчас мы всплываем. Опа, и стелс. Мастер стелса в деле. Так, 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 тихонечко. Опа, зарезали. Казнен. А что он тут делал? Не думал, что в секиры будут... О, ребята, я вас вообще не видел, верите, нет? Пацаны, простите, пожалуйста. Очень неловко с моей стороны. Ну, сейчас я вас победу быстро, не ссыкуйте. То, что как-то на вечеринку зашел, а ребят не увидел. Успокаивающее средство. Ништяки гоните, парни. Так, что у нас тут есть? Черный порох, нормально. Сейчас улучшение для протеза намутим, и потом будем во всеоружие. Нам дальше плавать, так понимаю. Угу, все так и есть. Как же темно, вообще ничего не видно, вы бы только знали, у нас тут много карпов снова. Так, осторожно. Осторожно, этого дядю мы можем стильно убить, я думаю.
Можно, как я думаю, в роликах? Нет, нельзя. Ладно, давайте по-жесткому разберемся с ним. Что-то по-жесткому не получилось, я немножко это... Как же он засейвил своего другана? Да подожди ты, не бей, дай полечиться. Ты будешь лечиться, глупенький мой? Так, этот есть, а кто еще меня видит? Рыбы, серьезно? Рыба, не смотри. Забавно. Здесь под воду нельзя смотреть, обидно. Обидно, досадно, ладно, двигаем дальше. Черт, по меткам? 1661, уже можем купить. Ну блин, мы так далеко зашли, давайте посмотрим, что дальше есть. Так, давайте в стелсе, на всякий случай. Просто так темно, странно, страшно, стрёмно, что мне... Рыба даже прям через стенки видит, вы представляете? Так, а что это такое? Это какой-то подъемник, видимо. Управлять механизмом, то есть мы еще ниже поедем? Или ничего не происходит? Нет, смотрите. И сейчас такой Сигвард из Катарины приезжает, да? Такой, А, это вода пошла. Нет, это лифт. Но видно, он на водной тяге. Управлять механизмом. Поехали вверх, мистер Секира. Может, мы сейчас на поверхность где-то сможем вылезти? Камон, а есть ли здесь тайные штуки, как в Dark Souls, типа сойти в определенный момент? Давайте пару раз покатаемся и посмотрим. Потому что мне кажется, есть. Я их просто не увидел. Так, так, так. Я буду сразу вперед идти. Здесь, по-моему, ничего нет. В этой стенке пусто. Давайте следующую стенку засмотрим быстренько. А давайте даже все три стенки проверим, чтобы наверняка. Чтобы у меня вопросов не оставалось. Так, 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 так. Можно, можно, нет. В эту сторону тоже нельзя сойти. Ну и давайте теперь в последнюю сторону. То есть вот сюда. Механизм, ты где? А, он посерединке. А кто ж такое замечательное устройство придумал, мне интересно. Сюда можно пройти? Проверяем, проверяем, проверяем. Нифига, ну неужели нельзя? Я не верю, разработчики, ну вы чё? Первый лифт в игре, который я нашел, и ничего интересного в нем. Так, ну может быть здесь, ну пожалуйста. Нет, сюда тоже нельзя, здесь только камень. Ладно. А я в то же место приехал? Да, я уже думал, в другое место приехал. А интересно, можно ли эти бочки поджечь? То есть так я их не могу разрушить, а если я их подожгу, например? Но теперь самый главный вопрос. Где же мы появимся? Господин, да, вы. А кто говорит? Есть инфа? Посмотрите сюда, взгляните на изображение просветленного. Это вот сюда? Нет, это тряпка. Так, посмотрите сюда, взгляните на изображение просветленного. Куда смотреть, мальчик? Дай еще подсказку, пожалуйста, я глупенький. А, вот, вижу. Люди в храме Сэмпу отошли от учения Будды. Они соблазнились поисками бессмертия и оставили свою веру. Если вас поймают, неизвестно, что вас ждет. Вам лучше вернуться тем же путем, что и пришли. И все же, если вы твердо решили войти, я не стану вас останавливать. Но в таком случае, прошу, берегите себя. Поговорить? Ага, ясно, хорошо, можем зайти, по идее. А что это за место? То есть мы еще куда-то дальше прошли, видимо. То есть под землей у нас там... Вижу, вы решили идти дальше. Мы будем молиться за вас, это меньшее, что мы можем сделать. Ага. Блин, я просто одним глазком... Вы только посмотрите, насколько красиво выглядит. У меня реально дар речи пропал. Так, отдохнуть? У меня есть уже третий уровень? У меня почти третий уровень. Хорошо, погнали, глянем прям одним глазком. Что это? Господи, какая красота. Простите, просто нет слов. Нет слов. Я думал, что и будет визуал только такой, который и был. Храм Сэмпо, гора Конго. Но мне сюда, видимо, рано. Давайте посмотрим, что здесь можно найти. По стелсу чуть-чуть. Так, здесь у нас ништячки, железо, хорошо. С вами можно говорить, мужчина? Если нет, я всегда успею убежать. Да, можно говорить. Хнык-хнык, меня оставили здесь. Куда все ушли? Почему вы бросили Катара? Что мне теперь делать? Спросить, почему он плачет? Почему ты плачешь? Все ушли, я остался один. Все это кто? Все, а кто? И кружатся кругом красно-белые цветы, и лишь белого цветочка, чисто белого цветочка мне не найти. Что?
Ой, голова болит, прости. Я сам не знаю, что несу. Мне просто надо найти чисто белый цветок. Угу. Если мы найдем цветок, мы ему отдадим, окей. И тут змеи. Везде летающие змеи. Ладно, давайте в эту локацию мы вернемся попозже. А сейчас мы пойдем и купим железный купол. Который так... Ага. А я могу с другой стороны, интересно, эту дверь открыть? Я просто не попробовал. Видимо, нет. Ясно. И что, все, никак сюда уже не вернуться? Нет, легко. Ну ладно, одним глазком. Одним глазком. Ой, какая красота, лепота. Ох, нравится, нравится. Очень нравится. Ладно, назад. Задний ход. Так, мы идем сюда. Получается переместиться. Замок Азина, вход заброшенный, верхняя башня. Нет, вот сюда. Нет, замок Азина. Нет, старая могила. Да, старая могила, окей. Сейчас мы купим железный купол, потом его инкрустируем в наш протез. Ох, а потом, не знаю, посмотрим, чем займемся. Может, попробую босса завалить, а может быть еще что-нибудь поделаю, прокачаюсь, пофармлю. Но перед этим нам необходимо сделать куда? Нам... А, смотрите, очень короткая дорога, отлично, удобно. Мужчина, здорово. Я всем рад, лишь бы деньги у них были. Хорошо, купить предметы. Мне, пожалуйста, железную крепость, если ты не против. Угу, хорошо, спасибо, спасибо, мой маленький. Бывай, сам бывай. Теперь мы летим на костер в разрушенном храме и улучшаем свой протез. Довольно полезно, думаю я. Какая акация или ива, не знаю, красивая. Мне нравится. Так, давайте поговорим с Эммой, вдруг она нам что-нибудь интересное новое расскажет. Эмма? Хорошо, что вы пришли поговорить. Ничего нового, хорошо, ладно, назад. Погнали теперь с резчиком поговорим, дружище. Пожалуйста, можешь мне протез улучшить? И давайте в ветреный зонт. Раскрытым зонтом можно защищаться от атак со всех сторон. При всем этом зонт это зонт, им нельзя закрыться снизу, например, от атак по дуге. Прикольно. Но что использовать, я пока не знаю. Да-да-да, до встречи. Давайте уберем туманный ворон, пока я не понял, как работает. Давайте зонт зачекаем, что он вообще могет. И могет ли вообще. То есть я такой иду, вжух. Ага, надо поменять. И закрылся. Ля, какая красота. Уи, а можно, интересно, на нем летать? Блин, круто, красиво выглядит. Так, сейчас я решу, куда пойдем, и продолжим. Я пришел к одному торговцу, и у него в продаже появился призрачный кунай, который вот какие штуки позволяет делать. Довольно круто. Но 3000, извините, это очень много для меня, по крайней мере, сейчас. Так что либо идти в подземелье дальше, не знаю, либо идти убивать этого господина. Но перед этим давайте вообще попробуем, наверное, посмотреть, что у нас с этими ребятами случилось, которые были... Ну, батушка, помните? Так, погнали прям по фасту. Пацаны, да забейте, нормально все, вы чё? Успокойтесь, спокуха, пацаны, спокуха. Блин, а кто ее убил? Так, сейчас мы с этими разберемся и посмотрим, что там произошло. Потому что то, что там произошло, мне явно не нравится. Сынок, ты этого не хочешь. Так, иди сюда. Нормально, вроде с этими разобрались. Окей. Давайте смотреть, что же тут произошло. Ах, мама, до конца, молодой господин, ах. Неужели она отпови... И ты умер, блин. И ничего нельзя было сделать? Грустная история, грустная. Ага, тут, кстати, их костюмы висят, прикольно. Хм, здорово. Довольно неплохое внимание к мелочам, хотелось бы отметить. Так, пока что даже не знаю, куда пойдем. Есть, конечно, одна идейка, куда сходить. Ах, не допрыгнул. Может быть, сюда допрыгну? Нет, секира, не умирай. Ладно, придется этим телепортироваться. Телепортом. Так, инвентарь. Легкий кошелек. Идол возвращения. Денег вообще нету. Давайте последний активированный костер. Я все-таки хочу сходить в то место, куда я еще не ходил. О, как загнул, а? Помните, где обезьяны были? То место хочу проверить. Можно ли там куда-то еще было в сторону сходить? Просто немножко я подзабыл это. Так, давайте сейчас быстренько отправиться. Мне, пожалуйста, в...
Храм Сэмпо нет, водный путь нет, долина тоже еще нет, драконий источник. Это что за место? Тут мы закончили. Замок Казана. Резервуар. Там у меня много противников осталось, я еще не готов. Освятилище Великого Змея. Здесь нужно с мужчиной еще сразиться. Окей, значит нам сюда. Нет-нет-нет, промахнулся, пацаны, простите, пожалуйста. Ну и дамы, если вдруг меня кто-то смотрит. Блин, красивые вот эти вот, не знаю, бэкграунды, прям очень глаз радуют. Так, я немножко промахнулся, прошу прощения. Переместиться в, пожалуйста, к змею в гости. Давно мы у него не были, так сказать. Так, задний ход. Сейчас проверим, ну, чтобы наверняка уже ничего не пропустить. И с уверенностью двигаться дальше. Ну нет, здесь, по-моему, ничего нет. Если только на левой развилке не было. Приблизительно где-то здесь. Не, нормально, окей. Здесь только один проход, это хорошо. Так, обезьянки, давайте мы не будем играть в героев. Так, идол разрушения в храме, последний активированный идол. Давайте попробуем того додзё пацана убить. И еще у меня все еще вопрос, как мне под этот храм попасть, чтобы меч крутой купить. Очень интересно. Может быть, стоит продавать предметы, потому что денег нету в игре. Не знаю, зачем я решил отдохнуть, потому что я устал. Переместиться. Давайте вот с этим мужчиной переговорим. Потому что здесь вроде бы... Да по-любому здесь еще огромное количество этих всяких секретных мест. Ну чё, карате, пацан, ты готов? Ох, он, конечно, выглядит опасным, но я тоже не промах, знаете ли. О, такой он вообще, блин, девочка, Господи, а можно поменьше урон наносить? Чувак, я тебя так боялся, а ты, оказывается, вообще лошара. О, ладно, беру слова назад, уважаемый господин. Не хочешь красную атаку провести? Вы смотрите, что этот негодяй творит. Ладно, мой способ работы... Что это за катана? Ага, блин. Ладно, сынок, я тебя победю в любом случае. У тебя нету шансов. Можешь пытаться победить меня. Я просто еще твоего мувсета не знаю. Гляньте, что творит. Просто чертяка. Да вообще ничего не могу сделать. У него... Короче, у него рейнджа космической длины. А есть у него проход вниз? Может быть, даже да. Но по-любому у него дофига ништяков. Ладно, сейчас мы его отовним. Пацаны, даже не сомневайтесь. Сейчас я соберусь и победю этого негодяя. Благо, урона хватает, а это самое главное. Дядя, раунд 2. Иди сюда, нормально, атака еще. Главное сейчас его прям надамажить. Может быть, даже получится стамину сбить. Если мы это сделаем, то я буду чемпионом. Не дает, вообще пожить не дает. Говнюк. Как тебе насчет моих сюрикенов, сынок? Нормально там? Давай, разменяемся. Сейчас. Байтим на атаку. Я просто никак не могу поймать момент, когда мне нужно наоборот нажимать. Вот нажал чуть-чуть раньше, не то. Я еще жив, хе-хей. Сейчас до фула, говорю я. Ну я отошел, если что. Маленький негодяй. Иди сюда. Я тебя пришел побеждать. Ну почти, сейчас. Сейчас все будет, ребята. Давайте еще один трай. Мне кажется, он будет победным. Мы с ним настолько громко деремся, то что там парни вокруг. Йоу, там походу нашего главного бьют. Давайте соберемся. О, ладно. Силовушку нормально, наполовинку пробили. Теперь доджим чуть-чуть. Нет, дядя не бей, пощади меня. Дай пожить. О, просто в углу зажали. Как собаку. А чё ты меня бьёшь, алё? Надо похилиться и добить. Видите, у него полоска сверху. Если я успею его еще чуть-чуть надамажить, то у него не будет шансов победить. Но, по-моему, не будет шансов победить только у меня здесь сейчас. Надо еще хильнуться до фула. И прям сюрикенами этого негодяя закидать. Не достал чуть-чуть. Писечки не хватило, как говорится. Отлично. Минус один.
Сейчас вторую тоже постараемся быстро сбить. Я надеюсь, получится. Тупанул, надо было доджить. Так, иди сюда. Давай. Ты уже не такой страшный, как был раньше. Но все еще. Так. Есть шанс. Давайте, давайте, давайте. Даджим, дамажим. Отъехали. Ладно, воскресну разочек. Разочек можно. Один раз, как говорится, все еще синоби. Это моя поговорка, сам придумал. Ну все, не синоби. По-моему, я побеждаю этого дядю. У меня, конечно, нету точных сведений, но, по-моему, это так. Смотрите, какая тактика. Мансим, делаем поворот-выпад. Нет, что-то, короче, пока я не делал это на запись, все получалось, ребят. Не поверите. Все, нормально. Фух. Ну, было сложно, но я смог. Бусин отчеток. Хорошо, две штуки. Я знаю, где купить еще одну, но у меня нет денег. Нет бабла. Свиток о старой битве. В землях Азина некогда блуждали призраки. Они метали молнии, которые нельзя было отразить. Старайся не касаться ногами земли и отражать молнию. Угу. Найс инфа. Печень угря. Отражение молнии. Если молния ударяет человека, когда тот стоит на земле, удар обездвиживает его. Угу. Сложно. Ладно, разберемся. Не знаю, зачем нужно. Но очень много уже про молнию говорится. Так, драже. То есть мы можем выйти опять. А, то есть я опять мог сюда попасть. Слушайте, а вот эти вот вещи, они же, по идее, наверное, показывают, что здесь что-то есть и куда можно зайти. Ништячок спрятанный нет. А здесь у нас магнетит, нормально. Так, а наверх я могу пройти? Есть инфа? Ребята, можно наверх? Нет, наверное, нельзя. Угу. Тогда я не знаю, куда идти, кроме как с боссом драться. Ну, давайте, не знаю. Здесь нам уже рассказали, я понял, спасибо. Еще 5 сек берем, пробегу, сколько денег у меня? Денег у меня 99. Ммм, богатый парень. Так, это что за место? Я уже все позабывал. По идее, внизу будут два самурая. Да, но здесь можно пройти, я помню. И куда мы можем попасть? Ага, здесь у нас адские эти пипяки. Не хочу с пипяками драться. Ребята, потом позвоните, пожалуйста. С этими ребятами я тоже сражался. Можно, конечно, попробовать вниз. Не знаю, зачем. Здесь были. Так, ребят, я просто посмотреть. Я не думаю, что это все можно сломать. Так, сейчас 5 сек все проверим. Тут мы тоже были, ничего интересного. Ага, тут есть что-то пройти, нельзя. Давай попробуем сюда прыгнуть ради интереса. Что мне кажется, это все не просто так. И в любом случае, здесь куда-то можно пройти. Там у нас какие-то разборки. Давайте влетим на кого-нибудь. Не знаю, почему я решил на него, но тем не менее я уже решил. Так, ребят, по одному. Не против? Минус один. Ага, сейчас тебя. Тебе тоже хватит, дядь. Всем хватит, поверь мне. Ты глянь, что творит, чертяка. Лежать. Нормально. Я нашел проход, и меня это очень радует. Уже хотел серию заканчивать такой. А как вот эти штуки, интересно, открыть? Наверное, никак пока что. Ладно, разберемся. Так, у нас есть проходы в обе стороны. Давайте сначала исследуем вот этот. Это можно сломать? Нельзя сломать. Ну, видно, мы сейчас где-то выйдем с другой стороны. О, это прямо у входа. Ну, или у выхода, если хотите. Кому как угодно. Ладно, спасибо, нравится этот шорткат. Может быть, я рано или поздно смогу вниз самый пойти? Оу май. Так. Печень угря, такое себе. Самое интересное, что, пожалуйста, хоть бы это был клинок, пожалуйста. Да, Сибимару. Древний меч Кадати, местами покрытый синеватой ржавчиной. Можно установить в протез. А, так это в протез. Этот меч был выкован кузнецами Азина для борьбы с нечеловеческим злом. В незапамятные времена, вторгшимся в те земли. Говорят, что именно синий яд прогнал духов. Ля, какая красота. Леденец Гакана был такой? Был, наверное. Ничего не хочу сказать, но я чертовски доволен тем, что мы смогли найти. Ну и теперь осталось только узнать, откуда же выйдем мы на этот раз. А, я уже даже знаю, откуда мы выйдем. Так, ну получается все, замок мы полностью зачистили, прям вообще по фулам. И теперь остается нам идти биться с самым главным боссом. Давайте этим мы займемся в следующей серии, а пока что большущие ребята, всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего и удачи, с вами был Хилл Хёрдс. Если что-то знаете, то делитесь в комментарии, вот, вы молодцы.